Всем здорово. Голова 8, неугомонная. Апдаун. Таун. 11 апреля 1951 год. 11 апреля, у меня третий только. Какого хрена? Эй, Вито, проснись и помни. О боже, Мар, ты не ори, а? Школьник. Голова раскалывается. Ну, прости, Джой. И хватит называть меня Джой. Крыша поехала. Вито, спускайся! Господи боже. Надо взять кожанку, чтобы быть там своим. Кожу наберу. Это так, снимочки. А вот не, это потом оденем. Кожаная куртка сама. Вот это вот. Скрываем дырку. Чтобы быть своим, тоже такие будем кожаные. Втроем, пацанчики. Забыл уже, как зовут этого пацанчика. Туалет Сергей так. Оп. А, сейчас вспомним миссию. Это еще что за хрен? Голосок у парня, блин, прям дятел Вуди. Помнишь, пацаненка жил напротив моего дома? Мне надо было грузовик забрать. Так он меня подбросил. А что за грузовик? Он нам денежку принесет. Прыгай, по дороге объясню. Садись за руль. Куда? Риверсайд. Ладно, едем в Риверсайд. О, тут будет очень много езды. Одиночка, да? Ну да, можно сказать и так. Ты все еще злишься? Нет. Ну что ты, подумаешь, трубы попали. Прям мечтал. Выйду и... Да ладно. Ты же оторвался с девкой. Ну да, да. И за это спасибо. Но за то, что было потом, благодарить не стану. Ладно, ладно. Слушай, сегодня все будет куда лучше, обещаю. Очень на это надеюсь. Ну, это пизда, вот очень много езды, реально. Не бывает много. Ну, такая неплохая миссия. Если бы все такие миссии были, только там без дальнейших последствий, знаешь, просто. Продаешь сигаретки тут, одеваешься, в баре выпиваешь, все. В лучшей мере игра. Извини, ты поворачивал. Что за дела? Съезжаем в пару мест, распродаем сигареты, потом отгоняем грузовик обратно к Кате и получаем свою грузовую. Постой. Помнится, меня как-то раз за решетку убили за такой вот раз плюн. Да, да. Не волнуйся, я уже этим занимался. Давай, блин. Меня уплели за решетку ни за что. Поверь, ты мне спасибо скажешь. Меня подставили. Я ничего не делал, я никому не продал талоны, честно. Честное слово, у меня даже запись есть. Но это не важно. Опа. Нормальная тема. Вот тут такая дорожка, если бы не пройтись, можно было. Вот прикол. Ты будешь как моя бабушка? Да. Господи, да расслабься ты. Ну. Ой. Тяжелая машинка. Здравствуйте, товарищ офицер. О, сейчас, наконец-то. Занос. Ну, почти. О. Что теперь? Теперь разбираемся с клиентами. Эти парни покупают у нас груз. Пошли со мной. Давай лезь наверх и подавай товар. Сам топовый. Привет, блок красный. Вита, подай блок красный. Оп. Да, вот его. То блоку прям продает. Это нехило. Получай. Эй. Хорошо, что ты приехал. Курить нечего. Мне блок синий. Вита, один блок синий. Давай, хоп. Отлично, давай. Получай. Я работяги. Несколько часов спустя.
О, нет, менты, нет. Топа вообще не будет. Ай, сержант, как дела? Как всегда, блок синий. А что это такое у нас было? Незаконненькое что-то. Слышал, Вита? Давай, блок белых. Да, вот его. Было круто, как пропадает. Спасибо, Джо. А теперь исчезни отсюда, понял? Ну все, поехали. Садись, Вита, дальше в Милберг. Угу. Сегодня все отлично. Мы серьезные бабосы. Сколько у меня? 454 тысячи, нифига. Это я мажор. Не так далеко ехать хотя бы. Нормально. Помыли машину. Ой. Полегче. Оп. О, смачно. Малыш Марти. Тоже на эти работы. Ага, вид и виден. Марти еще и до 17. Возит меня, выполняет мелкие поручения. Что там? Если пацан решил брать пример с тебя, он плохо кончил. Вот как умник. Он мне тебя напоминает в том же возрасте. Именно. А я после встречи с тобой 2 года ловил пули в Европе, а потом 6 лет сидел. Про это я и говорю. Я сказал 6. Ты что, забыл, как клёво было? Ага. Напоминай мне иногда, ладно? Окей. Все будет. Так. Окей. Я сказал окей. Сука, абсолютно нормально. Меня спрыгнул из этой вот штуки зачем-то. То есть можно сбросить. Потому что... Не знаю зачем. Типа думал, что так быстрее будет. На самом деле тут намного быстрее. Это же шоссе. Просто съезжаешь, потому что все изи. Так надо радио врубить. Качает. Ты... Надо занулась. Здравствуйте. Еще сигареты этим продавать, вам, пожалуйста, мешайте. Оп! Да, все нормально. Написывай штаны, написывай все, окей. Какое ДТП? Это маленькое происшествие. Ооо! Задрифтил. Я же говорил, все как по маслу. Да-да. Почти загладил эту ночь. Почти. Да ладно, что может быть лучше? Свежий воздух, отличная компания, да еще и хорошие бабки. Совсем неплохо для того, кто только что из-за решетки. Преследую гонщика. Если следующий не будет похоже на их, я все пройду. Вот это наша беда. Так, мы почти что приехали. Да, коп за нами тоже едет. Но это ни на что не влияет. Сразу снялся. Тыщ. Сразу же. Эй, мне блок синий, если можно. Давай блок синий. Да, вот его. $2. Досиги. Ну так. Не, это блок же свой. Это блок красных. Это неплохо. Отлично. За давай. Блок тогда доллара. Плохие парни, не.
что продаешь, парень? Ты покупатель или глазеть пришел? Возможно. Мы толкаем сигареты, блок 2 бакса, целый ящик сотня. Как тебе такой вариант? Отдаешь 10 блоков, и тогда, может быть, вы с дружком целы останетесь. Эй, дружок, давай ты залезешь в свою тачку со своей младшей группой, а я притворюсь, что я тебя не видел. Сойдет? Ха. Ты не врубаешься, да, жирный ублюдок? О-о-о. Это наше место. И за торговлю здесь надо платить. Так что плати. Нет, это ты не врубаешься. Ты хоть понимаешь, с кем связался? Последний раз повторяю. Вали отсюда и... С кем я говорю, ну-ка? С жирным итальяшкой, который толкает по мелочи краденое курево на моей улице. Так что прикрывай лавочку, козел. Все ясно, парни? Будет распродажа. Чё? Чё? Вот. Ну что теперь скажешь? Ну я скажу. Да. Ну а что он заслужил? Порза парень слишком. Давай в машину и валим отсюда. Давай отловим какого-нибудь ублюдка и проучим. А. Ну это сложно, но можно типа догнать его. Подожди, Витя, он уходит. Я сейчас пол продавлю. А можно забить на него. Наверное, нельзя его реально спримать никак. Потому что это гонка, мазафака. Гоночная тачка. Хотя... Давай, давай. О, нифига он гонит. О, опасно. Нифига себе дает. Черт, ты что теперь? Нам судить цели. Ищи. А он просто исчез. Включаешь телефонную будку. Вот это вот сложно такое вообще. Исчез, пацанчик. Ну бывает. Как тот прям забежался в дом и исчез. Вот это я понимаю. Волшебник. Мы раскрыли, что он волшебник. Давай чуть-чуть по встречке поедем. Хоп. Нифига я полетел. Вот это трюм. Ты чего это вытворяешь? Такой. Эй, хорош болтать. Даже не знаю, полиция спит. Оп, все. Будет. О, да. Здорово, Эдди. Эдди, это Вито. Слушай, у нас тут проблема. Мы толкали курево, а потом внезапно появились эти бриолинчики и подожгли грузовик. Что? Ты что, издеваешься? Кучку сопливых мальчишек не уделали? Какого вообще хрена? Эдди, послушай, Эдди, слушай, мы не виноваты, ясно? Они подожгли грузовик, мы не успели понять, что происходит, а все уже сгорело к чертовой матери. Ладно, мы подстрелили одного, но... Какая мне нахрен разница? Деньги мне мои верните. Я 2 куска за грузовик отдал и хочу их назад. Ваше счастье, тормоза, что со мной тут Стив, человек Дерека. И мы как раз решаем, что делать с этой шмарью. Разберемся с ними сейчас же. Стив будет ждать в бешеной лошади. Знаешь, где это? Так, бешеная лошадь. Я даже помню, где это. Стив приведет с собой пару ребят. Пусть поймут, что с нами связываться себе дороже. Только без стрельбы, чтоб канала под уличные разборки. Я не хочу завтра читать в газетах про мафиозный беспредел. Да, конечно, Эдди. Не волнуйся, мы разберемся. Трубишь на лошадь, отлично. Итак, встречаемся со Стивом у входа в... Чё-то ты поздно приехал. Мы же убили его, не знаю, куда. Чёрт, ты же не думаешь, что из этих высыпятся 2 косаря? Я не знаю. Посмотрим, что задумал Стив.
знаешь ли, он вряд ли нам по доброте душевной помогает. Пошли. Я того понимаю. Он сам без изъявителя, он врезался в меня. Поехали. Ясно. Ага, он просто повернул. Сам себя подставил, нормально. А я-то какой сейчас нет? Даже если у уродов ни гроша нет, я из них органов так по куска вытрясу. Я за. Но что этот друг Стив работает? Бог, конечно, подлетел туда. Он человек ДРК, ДРК в команде Винчи. Эй, тебе что, доктор? Ну ты это, ты же будешь брать работу у ДРК, да? Несмотря на то, что пашешь на Эли. И все перебиваются всем, что мимо пробегает. Тормози нахрен, пока нас не стопанули. Кто? Я спешу. Вообще тут реально ни души, тут никто не едет. А, не, ездит иногда. За скриптовым типа ездит. Машинки две максимум. Эй, Стив. Привет. Марти, ты что тут делаешь? Эй, Джо, я сегодня с вами пойду. Стиву нужна была помощь, и он меня взял. Стив, это не... Пацану пора учиться. Ладно, Стив, что мы тут делаем, а? Те ребятки, которых мы ищем в Литейной. Они там обычно ошиваются, так что начнем отсюда, а потом сходим в Литейную, закончим. И почему ты решил нам помочь? Эти уроды разбили машину моего брата, ограбили и выбили три зуба. Да уж, ублюдки поганые, от них по всему городу одни неприятности. Цыц, вот... пацан, сейчас я говорю. Так что, как сказано в Библии, око за око, зуб за зуб. Ну, с этой дыры и начнем. Что за план? Сначала разнесем все к черту. И как мы это сделаем? Вот так. Где? Вперед, ребятки. Эй, пошли, парни, а? Ты нам либо помогаешь, либо не мешаешь. Проучим уродов как следует, а? А ну, я хочу не мешать. Это что такое было? А то плохо. Такой. Я тебе сказал, не мешай. Привели свинья тупо. Давай, все, мощь, мощь. Такой. Стреляю, пожалуйста. Ставим мне подарок. Вито, Марти, у меня в багажнике пара коктейлей молот. Берите и швыряйте внутрь. С удовольствием, Стив. О, как это двое мы одновременно взяли. Спасибо. Красота. Ладно, теперь пошли в Литейную. Забирай. Встретимся у главных ворот. До встречи. Не прострелились колеса. Только начали ехать. Не стоит. А что мы исчезаем, я не помню. А что мы исчезаем? Так, вы не могли быстро уже отъехать, пацаны. Вы врете. Как так можно исчезать, ну пацаны, что? Вы имеете совесть вообще? Здорово, пацанчики. Сейчас поцелуюсь уже с ним, чё-то грубо. Толя, это Сергей. Надо я лужу не туда. Эй, как вы сюда попали? Шли по дороге, блин, из желтого кирпича. Следующий. Ха, отлично. Вам крышка. Уроды. Джо, берегись! Спасибо, брат. Брат. Черт, у них пушки. Они попали. Прикрой меня! Я выхожу! Не бей! Давай, я клянусь, я не с ними! А, тогда хорошо. Зачем меня поранить? Вот попал! Я вернулся! Вот попал! Эй, мне тут попал! Меня зацепило! Ты дурак!
Что его? А, ну он все связал. Ну выбор река уже не с ним. Ой. Больно стрелять, еще не могу сказать. Прикрой меня, кретин! Промазал, кретин! Откуда стреляю? Это свои. Ты просто супермен! А я супергерой. Ой. Больно. Неплохо, а? Кто-нибудь оставит штуку? Эй, ты в порядке? Ты же могу сказать, когда стреляешь, как моя сестра. Я попробую его обойти. Мама. Твой ума. Этот урод меня ранил. Прикрой меня, Вита. Я топ стрелок на золотой. Прощайся, жив! Вот эти кубики! Да свой. Молодец, Вита! Да. Вита котлета. Я думал, это все, это именно это задание долгое. Или нет, еще будет какое-то долгое вроде. Что ты бежишь, боишься моего ведуча? Я помню, не боишься. Я думал, чего они так много наносят патроны, или это потому что у них магнум. Сейчас вылезла сюда. Опа. Без никаких убийств, все чисто. Да ладно. Так не пугай. Ага, молодец, Лиза. Да греби, гребаный греб. Я так весь день могу. И... оп. Промазал, Кити. Вообще наверху вроде. Добряку на смерть, понимаешь? Я выхожу! Пошел, пошел! Давай, что-то быстрее! Попробуй его обойти сзади! Давай! Напряжу накатка. Я вроде здесь сдохнешь, все назад.
Связал заново. Оп. Бей дохнуть, пока бой не кончился. Меня так просто не убьешь. Бум. Попал. Я вас так научил. Конечно. Армия, школа, жизнь. Мамка, привет. Что-то такое, ничего нет. Нормально. Оп. А паркур нельзя сделать? Фу, паркурить нельзя. Дам-дам-да, я даже не ожидал. Ладно, Мита, поехали. Бежим-бежим. Дробовик соберем. Оружие на опыт. Ты стрелять вообще не умеешь. Ё-ма. Высылась. Ты круто выстрелил, конечно. Ой-ой-ой. Так, все нормально. Шифт цел, орел. Оскорбление, я бы обиделся. Так, собираем оружие. Свои починили. Привет. Убить его. Твоего? Слушай, все это как-то совсем. Ох. Эдди не обрадуется. А что ему станется? Мы что, должны были стоять и ждать, пока нас расстреляют, а теперь эти уроды уже никому не помешают. Что теперь, Стив? Пойду домой, напьюсь касторки и прочищусь. Недели две продуть не могу. Ну, я пошел. На здоровье. У нас Джо еще дел по горло. До встречи. Где найти для Эдди два куска? Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки не дешевые, верно? Да Дерек нам как минимум штуку за каждую отвалит. Ладно, тогда я отгоню его на сутки. Заметано. Увидимся. Да, топ-тачка. Вот это машина. Ну, отлично. А то хотел он не резаться ни разу. Давай. Куда? Ну, куда ехать? Ну тут можно так разогнаться. Сколько у меня? 458. Давай. Сейчас можете назвать меня официальным гонщиком. Ну все, я понял. Все окей, я понял тактику. Где найти для Эдди два куска? Я понял. Как думаешь, сколько потянет вот такая тачка? Вита, черт, да ты гений, эти тачки. Почему я могу? Я хочу это мог. Да Дерек нам как минимум штуку за каждую. Чтоб не взломать быстро. Ладно, тогда я отгоню. Ах ты гей. Телепортация, да? Заметано. Увидимся в баре. Видели, он подлагнул и ускорился читом. Это, конечно, сам есть твой чит. Ускоряться. А я его вижу, пока еще вижу. Уже все исчезло, да? Да. Пока-пока. Портсвет! Очень быстро едет тогда. Здорово.
стрелсом колесом таким. Давай. Сразу чувствуется разбор. Кто такой? Не может. Блин, так слишком медленно. Хотя бы так. Далековато ехать. Дэм, дэм. Опасно. Да что ты толкаешься? Это мне нравится. Ай, моя машина! Посмотри, какая у меня машина. Хрупкая машинка. Еще и вести далековато довольно-таки. Понимаете? Быстрее, преследуй гонщика. Красавчик. И преследуй сильный гонщик. Это мне нравится. Езжай давай. Нормально поехал. ДТП, водитель хочет скрыться. Вы убьете кого-нибудь, если будете так водить. Угу. Платите штраф. Давай, иди, соси. Я понял, лучше так не видеть, но уже почти доехали. Ага. Спасибо. Класс быстро среагировал. Просто группа быстрого реагирования. Все, поехали. Поехали. Сеть начал, когда я иду в машину. Сложная прикольная. Ох, все, ушли, убежали. Наконец-то привез эту тачку. Починиться. Чего тебе сделать? Сменить номера. Новые номера для тебя не вопрос. Чинить. Выбирай дизайн. Не-не-не. Это говно не нужно. Покрасим в любой цвет. Выбирай. Все. Выезжаем. Спасибо. Есть за что. А, и коптер рядом. Ну а. Все, теперь можно выезжать. Это офигели. Коп прям стоит, все, конечно. Конечно, прям копу поставили под жопу. И чтоб я выехал. Это все, аккуратненько едем. По мне полиция разбудит. Аккуратно.
все хорошо. Копы не попадайтесь нам на пути, все будет отлично. Копы, походу, реально не попадаются нам. Нормально. О, конец. Все отлично. Дать Эдди его 2000 бакс. Извините. Извините. Уж не против, что я сорву эту тачку. Надеюсь, нет. Все отличненько. Заморачиваться, конечно, с этой машиной еще. Да-да, я понимаю, тачку. Угу. Все отлично. Почистить хоть что будет. Вот это нужно. Всем так. Ту и два косаря поганые. У меня, блин, мы должны по палаш Джо. Он же борзел. Я бы такой сказал, дайте 10 пачек, только не бейте, пожалуйста. А тут он такой борзкий, ну и чё? Ну еще мне твои, это то, что угроза мне вообще насрать, ты знаешь, кто такой. Ну типа такого сделал. Прикиньте, офигел, да? Ооо, масса дрифта. Бухая тачка. Она выглядит прикольно, нравится. Тун-тун-тун-тун. Описание. Рост 6 футов, темные волосы, худощав. Теряюсь, полиция, прошу вас. Понял. Мне придется вас убить. Долбоега. Все. Все, теперь можно входить. Yeah. Здорово, пацаны. И? Вот деньги. Ну, слава тебе, Господи. Вот же тупые наркоманы. Они нас надолго запомнят. Молодцы, ребята. Вот ваша доля. Спасибо, Эдди. Мы сегодня тебе еще нужны или уже все? Есть у меня одно дело. Нет. На сегодня все. Если что, я вам позвоню. Все. Сколько у меня? О, 100 баксов. Доля. Так, ага, тут тачка копская была, я не понял, где она. Бандит. Нормально. Опа. Так отлетел, мне понравилось. Можем купить дорогой костюм. Очень дорогой. Он прикольно выглядит. Чуть-чуть прикольнее, чем обычно. Здравствуйте. Да, чего? Не агритесь. Поджимаем. Домой уже, да? Да, давай, спадки. Поджимай! Вот, окей. Срал на полицию. Что я такое сказал, айвэт? Какая будет? 9 или 8 глава, я не помню. Это просто затащу. Ох. Это спадки, наконец-то, мало кроватки. Опа. Оп. Красовский коп. Эй,
Поговорил по телефону, а? Если он говорит, здоровье будет. О, копы рядом, ай-яй-яй. Быстрее. Давай, давай. Ух, все окей. Все, теперь в безопасности. Так, разборки у меня дома будут какие-нибудь? Ой, никаких разборок, что это за дом. Ой, да. Подбухнуть. Все, погнали. О, да. Всем пока, с вами был Рука.